Всем добрый день. Есть еще один вот такой вот чиллер на 10 киловатт. Он на платформе. Платформа с колесами. Закреплен в платформе. Блок управления у него. Управление по работе компрессора по температуре жидкости. Там вода, гликоль, смотря что охлаждаем. Кнопка включения-выключения. Одновентиляторный блок. 10 киловатт по холоду. На 410 фреоне. Сзади у него радиатор защищен сеткой. Стоит пластинчатый теплообменник. 1 метр квадратный площадь теплообмена. Закреплен на кронштейн. Циркуляционный насос Оазис. Датчик температуры воды на входе в теплообменник. То есть это обратная вода, которая уже приходит в теплообменник. На выходе стоит защитное реле потока. Из защит здесь еще реле контроля фаз. Блок на 380 вольт и защитное реле высокого давления. На управление вентилятором стоит реле давления конденсации РДК-84. Вот такой вот блок. Здесь его данные. 10,3 ампера максимальный ток у него. 4900 ватт максимальное потребление. Фреон указан, R410A, объем заправки 2200 грамм. Это универсальный внешний блок на его базе. Здесь присоединение вальцовка, краники. Есть блоки на 17 кВт, на 15 кВт. Обращайтесь, соберем любые. Можем с таким же пластинчатым собрать, с пластинчатым, с баком. Теплообменник пластинчатый плюс бак. Можно собрать с баком и змеевиковым теплообменником. Можно с выносным уличным блоком. С любые варианты.